Не остались без поддержки выпускники школ. В Твери открылся первый региональный молодежный фестиваль «Ты сможешь и точка». Он проходит на площадке мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история». Фестиваль объединил выпускников 9 и 11 классов, студентов колледжей и вузов. На открытии присутствовал наш корреспондент. Сдача экзаменов и выбор будущей профессии – всегда волнительная пора для школьников. Для тех, кому в этом году предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ, на фестивале проводится цикл лекций опытных психологов, чтобы настроиться на важный период и сдать все без лишних волнений. Я выбрала химию, биологию, а обязательно предметы русский и математика. Мне нравится проводить эксперименты и решать всякие уравнения. Узнала то, что не надо переживать, потому что все равно это можно все легко пересдать и поступить куда хочешь. Математика. Русский, обществознание, информатика. Обществознание просто очень интересный предмет, который сейчас важен очень сильно, а информатика по душе мне просто. Тут много важной информации, без которой факту можно и не справиться с экзаменом, с этой задачей. Много советов. Инициатива о проведении мероприятия была озвучена в декабре прошлого года на фестивале профессий «Билет в будущее» и поддержана губернатором Тверской области Игорем Руденей. Всего на фестивале работает 7 зон. Концертный зал, лекторий, учительская, ярмарка, мультимедийная выставка, финансовая грамотность и встреча с психологом. Главная задача нашего – помочь вам преодолеть экзамен. Это всего лишь один из экзаменов, который предстоит вам в жизни. Я уверен, что вы легко его преодолеете и сдадите успешно. Здесь же для ребят проходит презентация от колледжей и вузов, где можно узнать о необходимых для поступления документах, на каких условиях предоставляются общежития, какие льготы и социальные гарантии есть у студентов, в чем разница между очным и заочным обучением. Ребята смогут познакомиться с поступлением, как это, какие документы нужны, посмотреть, что им больше всего интересно. Колледжи с разными направлениями, факультеты в университетах с разными направлениями, они могут посмотреть и выбрать, что им более интересно. Планируется, что за 10 дней фестиваль объединит около 20 тысяч участников со всего региона. Выпускников 9 и 11 классов, студентов колледжей и вузов. Вас здесь примерно, человек 800. Давайте, чтобы у нас